27 апреля пройдет Всероссийский день посадки леса. Чувашия в этой акции принимает активное участие. Подготовка идет на протяжении 2 лет. Именно столько нужно, чтобы вырастить сосны, готовые к высадке. Наш корреспондент Ольга Алексеева побывала в лесном питомнике Заволжья и узнала, на каком этапе находится подготовка. Этим сеянцам в этом году исполнилось 2 года. Они уже достаточно подросли и готовы к высадке. Что ж, вполне качественные, готовы к посадке. Посадить, прополоть, удобрить – это только часть обязательных работ, которые нужны, чтобы подготовить сеянцы сосны обыкновенной к высадке. Мы находимся в постоянном лесном питомнике, Сосновском участковом лесничестве. Продуцирующая площадь питомника составляет 3 гектара. В течение вегетационного периода, вот в течение года, можно сказать, до сентября месяца, мы их прополкаем порядка 3-4 раза. И этот протравливаем тоже, опрыскиваем от профилактического опрыскивания, от грибков, болезней, тоже 3 раза. Почва в Заволжье легкая и песчаная, требует минеральных удобрений. Высадка происходит 2 способами – ручным и механическим. Для ручного метода используют незаменимый меч Колесова. Это орудие, специальный нож, сделан вот под эту почву, чтобы вот отверстие было именно тех размеров и прижимает корневую систему соответственным образом. Мы с вами находимся на месте высадки наших сеянцев. Этот будет первый на этом участке. Активная посадка деревьев в Чебоксарском лесничестве началась после пожаров 2010 года. За 8 лет восстановление леса практически закончено. Мы находимся в 11-м квартале Сосновского участкового лесничества. Здесь ранее была расчистка произведена территория от неликвидной древесины, которая образовалась в результате пожаров 10-х годов. И вот дно плужных пород, здесь будет производиться высадка сеянцев сосны обыкновенной. Еще один не менее эффективный, но более быстрый способ посадки деревьев – механический. Но и здесь без применения ручного труда не обходится. Всего в 2019 году на месте горельников планируют посадить более 1 миллиона саженцев сосны. Желающие помочь могут присоединиться 27 апреля во Всемирный день посадки леса. Саженцы готовы, мечи для посадки предоставят. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика.